на спортивных соревнованиях, будь то Олимпиада, Азиада или Универсиада, появится национальная сборная, была всегда одним из самых принципиальных вопросов. И это неудивительно. От одежды спортсменов зависит то, каким будет первое впечатление от страны. На недавнем Кубке мира по конькобежному спорту экипировку сборной Казахстана признали самой красивой. И это уже второй год подряд. Казахстанские дизайнеры вновь готовы побороться за звание лучшей экипировки, но уже на соревнованиях 2017 года. Спортивное одеяние Универсиады прошло массу голосований. Результат превзошел все ожидания. В коллекции VIP для Универсиады 2017 года мы представили вышивку с очень красивой подачей. С этой коллекцией, кстати, мы ездили в Германию, и европейские страны, очень много заказчиков, которые на ура восприняли нашу нетрадиционную коллекцию с вышивкой, с мехами, с такой несколько нестандартной подачей национальными орнаментами именно в европейских странах. Логотип Универсиады, расправленные крылья по задумке дизайнеров, должен располагаться в области сердца. Красиво и патриотично. Крылья, слоган такого, как расправленные крылья, да. И мы исходили от этой идеи, то есть мы пытались добавить казахский колорит, добавить наши национальные узоры, чтобы было видно, что это Казахстан, что это наши спортсмены, объединили их, поэтому есть элементы и логотипы, и что-то свое, что мы сами добавили. Спортивные костюмы казахстанской сборной не останутся незамеченными, уверены дизайнеры. Соответственно, и первое впечатление страны будет ярким и незабываемым. К слову, на Универсиаду 2017 ожидает поток туристов не менее 80 тысяч человек и 3,5 тысячи спортсменов из 32 стран мира.